Петр Порошенко передал украинским пограничникам полученную от американских партнеров современную технику на сумму более 20 миллионов долларов. Это 500 комплектов, в том числе стационарные, автомобильные, ранцевые и портативные радиостанции. Порошенко отметил, что современная техника повысит эффективность охраны государственной границы. Кроме этого, глава государства поручил пограничникам не допустить очередей на границе в связи с ожидаемым получением безвизового режима с ЕС. Ставлю вам завдання забезпечити високоякісне обслуговування державним сервісом при перетині державного кордону громадян України і наших гостей. Не допустити появи черг, яких довгі години українці будуть чекати для того, щоб перетнути кордон. Ми прибрали черги біля посольств, і не можна дати можливість, щоб вони виникли біля пунктів перетину кордону.